На повестке дня переспущенный самоед. Буду сравнивать его с морой. Сейчас ассистент. В пакете, давай бегом. Пакет рядом с мамой, ты. Давай. Спасибо. Все, бегите, играйте. Настя, тоже не лезь в кадры, я снимаю. И мору. Я ее чуть-чуть подправил, она была, ну, юзанная, нормально так юзанная. Сейчас режет бумажку, что один, что второй. Не сказать, что супер хорошо режет, но режут оба. Начнем с самоеда. Сырой тополь. Напомню, пересвел в линзу. Резать стал гораздо лучше. Надо будет еще на сухой деревяхе попробовать. Сегодня комбинированная сессия с шашлыками вперемешку. Бабы там сидят, вино пьют. А я не пью. У меня ножички. Рез стал гораздо мягче. Намного. Вгрызается прям так нормально. Ну то есть вполне, это уже совсем другое. Это уже лучше. Так, теперь мора. Модель не помню, это у начальника попросил попользоваться. Где? За счет того, что у нее клинок длиннее, рычаг получается. Слушайте, ну рез очень похож. Я еще заказал две моры себе. Одну классик номер два и одна лимитка. Тоже буду сравнивать. Приедут когда с заводской заточкой новенькие. Буду с ними заодно. Сучки кушает вполне спокойненько. О, вот тут вообще длинный клинок, неудобно. Рычаг слишком большой получается из-за этого. Так, еще раз. Теперь самоед. Самоеда клинок толще. Ну вот когда просто строгаешь, не пытаясь вгрызаться в дерево глубоко, то очень хорошо срезает. По маслу прям идет. Когда пытаешься его глубже засунуть, сразу сказывается, что он толстый в обухе.
Длина для строгания деревяшек наминает вот в этом месте. Вот здесь. Сейчас вообще замечательно, когда сучков нет, очень даже неплохо. Надо будет его еще потоньше попробовать свести, тогда будет вообще отлично. Короче говоря, если уж это скандинав, то точить его надо изначально. Не точить, сводить его надо изначально в ноль. Тогда он будет отлично резать. Здесь сейчас у нас линза. И она себя очень неплохо показывает. А, кстати, есть еще вне конкурса. Сейчас покажу. Вот такая вот. Это дамасская сталь. От одного мастера неадекватного. Из Ворсмы. Сейчас его им попробую. Он у меня заточенный. Неплохо так. Но я его использую как мачетину. Тут в обухе 4 сантиметра. Длина 4 миллиметра, длина 17 миллиметров. Сантиметров наоборот, все перепутал. Рубит неплохо. Вогнутые спуски. Дамасская сталь, довольно твердая. Что-то там около 58 единиц. Как я подозреваю. Опа, выгрызся. Опа. Ну, режет он, конечно. Он не для этого. На сучок напоролся. Рубить им я вот заготавливал как раз вот этой вот дуры. Рубить им нормально. А резать? Ну, резать так себе. Надо будет еще попробовать что-нибудь помягче. Это... не для реза. Этим рубить. Еще раз мора. Если ее не закапывать глубоко в древесину, то отлично строгает. Очень хорошо. Сучки почти не замечает. Еще раз самоед. Самоеда рукоять, ну, в принципе, удобная довольно. Слушайте, самоед повеселее даже. Мне нравится, его контролировать проще. У этой клинок длинный. Здесь клиночек коротенький, аккуратненький. Можно мелкие работы всякие делать. Вообще замечательно деревяшку стал строгать. Слушайте, мне нравится. Сейчас уже. Сталь здесь у нас, напомню, N690 Беллер. На море сэндвик шведский. Ну, типа типичная моровская сталь, нержавейка. Приедут, которые моры, они будут все углеродки. Будет интересно посмотреть, как углеродка себя ведет. То есть тесты у нас будут продолжаться. Это не последний. Неплохо, неплохо, вполне, гораздо лучше того, что было. Так, ладно, с этим все, тайм-аут. Все, поехали.
Попробуем порезать курицу. Тут вот кость. Что с ним делать? Это шашлык из курицы, а не из филе. Ну, костяшки. Все подряд там. Грызть придется. Ну, ничего, я подожду. Ну, это, наверное, не надо. Ну, нормально, положи так же, чем. Алена. У нас сегодня разнообразие идей. Индейка, курица и индейка? Свинина. Это индейка, курица. Купаты. Ой, это свинина. Да где же там лаваш? Надь, будешь мяско? На. Так, это что там? Крыло. Есть. А где-то там Лена, по-моему, тарелочку брала. Лена, ты брала что-то, нет? Ну, да, ладно. Не брала. Ну, жалко. Это что за что-то так? Он даже кетчуп не во что положить. Ты что-то говорила, что тарелки выйдут? Давайте хоть так, крышка-то... Нет, я Лена. Лена. Ну, в стакан налей. Да что в стакан? Или вот сюда, ну. Он просто там так обрал пол. Капает он все у тебя мимо. Да что? На, вот я уже дорожу, что ли? Надо что-то. Вот так вот. Это целиком. Понятно. Вкусные, говорит, шашлыки. Последний раз мы у него покупали. А это что? Наверное, уже давненько лежал. Соленые, это для того, чтобы соли больше добавляют, чтобы дольше можно было хранить. Ну, конечно. Макай во что. Да. Нам же тоже надо. С этими задачами справляется отлично. Так, сейчас на овощах попробовать надо. На я вот два платья покупала, вот эти. А мне больше вот это вот, я вот в этом больше хожу. Оно как-то картошку прямое колет. Мне больше, это ни разу не одевала. Вот это уже за 4 дня. Да в чем так? Это они ездили в деревню, поехали. Существенно прям управляла. Колет. А это вот Коля там, который у нас США одноклассник. Ну это же в WhatsApp фотки. Это вот там дезодорант какой-то там, который там вообще там. Это вот они детокс эти всякие. И все там. Там вот уже пошла дальше. Вкусная? Курочка вкуснее, чем туда. Вот мы у Волошина были. А там две фотки у меня. По-моему. А я на свой мало фото. Да, три фотки. Три фотки. Не все там. Там что-то Волошина на свой и Светка на свой фото. Надо им тоже подправили. У нее желтое платье, но ничего так прикольно, прям ей хорошо. Так. Просто раздражает. Да. И все что? Ну вот а три вот фотки, все. Я на свой мало. Ольга была в длинном платье. И ей типа Влад купил. Ну вот как-то так. Так, ну и подведу итог, наверное. По поводу вот этого ножа. Из него можно сделать нормального скандинавского режика, если его свести нормально по-человечески. Он будет резать. Ну, по овощам, конечно, он не пойдет. По дереву, по всему остальному им пользоваться вполне можно. Но для этого надо додумать до конца все-таки его геометрию. Потому что сейчас это нож сырой, как мне писали уже в комментариях некоторые люди, он довольно сыроват еще пока что. Его еще надо додумывать до конца, продавать его точно рано. Ну и, наверное, на этом закончим, потому что уже собираемся. Хватит, много наснимал. Ладно, пока.